presenter of the morning. I had the pleasure and honor of meeting her the other night. She's a fine individual, knows what she's talking about. And in this case, she's going to be talking about how to solve day-to-day problems in the context of DevOps. Please welcome to the stage, everybody, Julia. Thank you. Всем привет. Поговорим сегодня, собственно, на картинке вы видите, о злых котиках. Все любят котиков, я думаю. Я их тоже люблю. Уже даже я видела в DevOps Days channel, уже даже какой-то челлендж создали с котиками. Ой, я почти в мейнстрим попала. Ну, это же котики. Чуть-чуть обо мне. Зовут меня Юлия, я Solution Architect в TradeTracker. Вот это компания, которая занимается трекингом рекламы, поэтому если вы столкнетесь с надоедливым баннером, может, это сделала моя компания, простите. У меня, к сожалению, мой путь DevOps, наверное, не такой интересный, как у некоторых моих знакомых был. Внезапно иногда общаешься с коллегой, оказывается, он там был сантехником внезапно или медбратом. У меня все было достаточно прозаично. Вот я начала как системный администратор в банке. Когда-то умела разбирать, и что самое важное, собирать системный блок обратно, и он работал. Вот. Обжимать витую пару, не знаю, сейчас получится или нет, давно не пробовала. Вот. Но, наверное, в какой-то момент решила, что все-таки таскать серваки и мерзнуть серверно не совсем женская работа. Вот. И решила как-то больше в development упереться. Что-то еще могу рассказать об agile, но с этим нужно, наверное, быть осторожным, потому что так поговоришь, какой-то понедельник приходишь, и ты внезапно тебя номинируют на скрам-мастера и говорят, много болтаешь. Поэтому так. Будем говорить сегодня, в принципе, о конфликтах в основном. Вот. Да, это котик, который видел всякое. Он мне очень нравится, очень на нашу day-to-day похожую иногда работу. Вот, DevOps, он, в принципе, сам по себе зародился на конфликте. Меня когда-то знакомая спросила, почему так получилось, но абсолютно не технический человек, что именно этим, ну, именно DevOps драйвят вот это все, начали эту культуру. Почему не QA или кто-то еще? Ну, сошлись на том, что, наверное, больше всех болело. Мне кажется, это действительно, ну, так, просто operations больше всех болел, вот этот конфликт между development и operations. Хотела подвести статистику. Может, я не знаю, и светлое будущее уже настало. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хотя бы раз за последний год, ну, такой кейс, допустим, приближается релиз, ничего не работает, и development команда говорит works on local, значит, это проблема AWS или еще кого-нибудь. Но я так смотрю, так у всех много у кого светлое будущее, истинный DevOps. Окей. Часто бывает еще так, когда кроме того, что конфликт с девелопментом, приходит бизнес, ну не знаю, я такое часто видела, и говорит, а у нас инцидент, прикрути здесь колесо от велосипеда к пятому костылю, который держит потолок, в следующем релизе обязательно все пофиксим, потушите проблему. Вот, как бы тоже конфликт по-своему. Вот. Собственно, что такое конфликт? Как я сказала, мы часто, практически каждый день с этим сталкиваемся. Это противоречие цели, каких-то противоборства позиций. Вот. Кажется, один негатив, но есть и позитивные вещи. Это вызов к вашим творческим возможностям, потому что вы хотите это решить. Шарики крутятся быстрее. Вот. И это такое социальное явление, которое, в принципе, каждый день вокруг нас. Это не только про DevOps, в принципе, то, с чем мы встречаемся. Вот. Есть разные причины возникновения, вернее, их две – объективные и субъективные. Объективные – их с ними проще работать, потому что это measurable вещи. Это когда у вас нет полных requirements, там, или у вас разные цели, вы понимаете, что они у вас разные, то есть вы идете разными дорожками. Вот. Какие-то вещи, которые, в принципе, можно решить. Субъективные –
Но это межличностный конфликт, я бы сказала, наверное, бы одним словом. Когда человек устал, там, я не знаю, ему не дают спать ребенок ночью или кот вот такой. Вот. Или просто в курилке кто-то кого не так посмотрел. И начинается обида, и с этим сложнее работать, потому что это эмоции. Вот. Но мы чуть-чуть дальше, собственно, поговорим, как и с тем конфликтом, и даже если они идут в миксе, как часто бывает, как с этим жить. А в нашей работе мы чаще сталкиваемся с инцидентами, естественно, и конфликтами, связанными во время инцидентов. Уже оскомину наела вот эта история с blameless postmortems. Вот. Но на самом деле для меня вчера было, ну, для меня открытие, не знаю, мне очень понравилось. У спикеров три пункта, каким должен быть blameless postmortem. Это то, что я хотел сделать X, вернее, я сделал X, хотел получить Y, а получилось Z. Ну, понятно, что, если мы делаем postmortem. Вот. В моей практике, почему для меня это было открытием, потому что, может быть, в той индустрии, в которой, где я была, обычно blameless postmortem – это вообще, в принципе, очень тяжелая вещь. И она сводится в лучшем случае к тому, что мы просто не говорим, кто был виноват, то есть не называем имя. Такой простой кейс технический. Была история о том, что, ну, так архитектурно был Conch, это API Gateway, который был очень жестко завязан на разные сёрд-пати, и ограничениями клауда мы не могли за ним закрепить приватные адреса, серые IP-шники. Мы закрепили только публичные IP-шники. И в какой-то момент случайно удалили, часто такое бывает, ну, иногда случается, у нас как-то это реформа устройства, инфраструктуру случайно сделали. И мы восстанавливались, и, в общем, как-то не восстановились. Мы думали, что везде, в принципе, восстановили паблик IP-шников и отлистинных, должен работать. Но не работала одна система, которая достаточно ревы немного приносила. Вот. И, ну, естественно, мы, ну, как бы все восстановились, не наша проблема. Потом оказалось, случайно вылезло о том, что эту систему интегрировали в приватном дата-центре, которая была, находилась он-сайт где-то там в каком-то селе, ну не селе, ну в хедкотере, но хедкотерсы обычно не находятся в больших городах. Вот. И инженер, чтобы решить проблему интеграции с серого, ну, грубо говоря, internal network одной и internal network другой, просто завязался еще один, поставил прокси, завязался там на серые IP-шники и нигде это не записал. И, естественно, когда это прокси второе пыталось постучаться по старым IP-шникам, она туда не попадала. Вот. И, ну, собственно, понятно было, писать постмортем надо, очень было много менеджмента, скажем так, вопросов, что же, почему же мы два дня простаивали. Но это все закончилось тем, что мы просто написали, ну, случилось так, это было не документировать, все остальное. Инженеру, ну, на него, конечно, косо смотрели, потому что все поняли, кто это сделал, и в курилке его все ненавидели, но, по крайней мере, менеджмент, не, те, которые были не в контексте, не поняли. Вот это вот, ну, я не знаю, у нас такие, вот это просто максимум постмортем, которые я видела в нашей культуре обычно, в украинской. Собственно, как из этого выходить? Есть несколько, вернее, пять стратегий поведения в конфликте, выхода, которые написали два конфликтолога, Томас и Килман. Если погуглить вообще, в принципе, эту тему, то она просто, я не знаю, везде. Я пыталась, собственно, найти историю. Они сделали это, по-моему, в 70-м году на базе каких-то психологических исследований. И просто это настолько разгоняется тема, что даже в первом странице выдачи появляется какая-то, ну, статья на тему, как решать конфликт, но заканчивается все с тем, что все это работает, но только если не работает в межличностных отношениях, если ваша девушка на вас обиделась, вообще без варианта покупайте цветы. Вот это все вам не поможет. Просто везде эта стратегия продвигает, я бы так сказала. Но она действительно очень хорошая. Ну, мне, допустим, она помогает. Есть
всего пять основных вещей. Это уход, уступка, компромисс и сотрудничество. Если мы говорим про уступку, это когда мы, ну, само слово подразумевает, мы уступаем, мы отказываемся где-то от своей цели и уступаем своему оппоненту. Я бы сказала, в жизни это больше применимо, когда мы говорим о каких-то конфликтах внутри команды, потому что вам нужно сохранить отношения, это важно. Конечно, если это не противоречит, во всех есть приметка, если это не противоречит вашим стратегическим целям компании, если вы их знаете, вот. То если это какой-то конфликт внутри команды, лучше уступить. Ну, компромисс, понятно, это как бы когда кто-то уступает, одна сторона чуть-чуть, и вторая чуть-чуть уступает, и вроде как пришли к какому-то общему решению. А уход, ну, это кажется не очень хорошая вещь, но на самом деле есть для нее тоже применимые кейсы. Допустим, вот представим ситуацию, у нас тоже, я думаю, у вас тоже у всех такое есть в больших компаниях, вот собирает кворум, когда выпускает application, допустим, новый в продакшн или передают на саппорт. Простите. Собирает кворум людей. Это архитекторы, девопсы, опсы, ну, все как положено у нас, же девопс-культура. Вот, это девопсы, которые говорят с опсами, где-то так посредине умеют разговаривать, наверное, для этого это так строят. Вот, собирают кворум, и самое обычное, инженеры не любят security, но на самом деле на митингах, не знаю, это очень тяжело с ними, с этими ребятами. И у нас был один дядечка, который был достаточно долго в компании, такой в возрасте. И вот где-то происходило все так. Мы приводим один application, там из, я не знаю, из 300 новый. Он говорит, у нас дата-центр неправильно построен, нам нужны везде outbound рулы. Зачем? В PCI DSS. Но нам не нужен PCI DSS. У нас как бы third party это делает. Нет времени объяснять. PCI DSS, нам это нужно. Я прочитал. И так несколько митингов подряд он постоянно вот эту мантру повторял. И вот тут вот хорошо уступка в том плане, что у него просто мотиватор был влиять. И этот человек, он просто хотел показать о том, что, ну, если я здесь, я же должен показать, что я влияю. До какого-то имплементейшена и трекания этого всего не доходило, у него не было такого мотиватора. Поэтому все просто покивали, на второй раз сказали, хорошо, мы подумаем. Вот, и вот это вот, ну, первый раз уход, я бы сказала, это так, что вы говорите, мне нужно собрать дополнительную информацию. Второй раз это уже, ну, как... Покивали, да, сделаем, но не делаем. Ну, потому что по-другому, ну, как бы иногда не работает. Двигаемся дальше. Значит, соперничество — это конфликт, когда вы просто вот сталкиваетесь, и никто не уступает. Это тоже, в принципе, имеет место быть, но если у вас есть админ-ресурс, скажем так, если у вас есть власть сказать, что будет так, как... Я хочу, и вы не боитесь потерять отношения с этим человеком, вам не важно это, то это тоже как вариант достичь своей цели. Самым зрелым считается сотрудничество, это когда две стороны слышат друг друга. И, собственно, на этом больше я бы хотела бы остановиться дальше. Значит, есть три основные стадии разрешения конфликта. Это определение сути и причин, найти решение, реализовать решение. Самое сложное, я бы сказала, наверное, первое — это задать правильные вопросы. Потому что очень часто мы вообще не понимаем, что мы хотим. И здесь, наверное, подойдут такие вопросы, какую проблему мы решаем, зачем мы должны делать так. Если мы не сделаем так, что мы потеряем? Какие риски, если мы сделаем так? Вот из кейсов, я бы сказала, ну, для кого-то, может, сейчас будет странно, для кого-то это нормально, опять же, у всех разная инфраструктура. На текущем проекте
Когда я пришла, они хостят GitLab, вроде хорошая история, все правильно, но они его хостят на EC2 машинке. И никак ее не бэкапят, никак не автоматизировано, и как-то меня так это напугало. Я говорю, почему вы не купили как бы SaaS? У них же есть. Ну, он же, наверное, дорогой будет, говорю. Ну, а если вы код-базу всю потеряете, вы об этом думали? Ну, нет, не думали, но, наверное, все-таки он дорогой. В конечном итоге завалюэтили. Оказалась вообще смешная история о том, что если ту машинку, мы не говорим на поддержку мейнтенанса, если ту машинку саму дороже за нее Амазону платить, чем купить solution у GitLab самого. Вот. Все таким же языком, в принципе, можно говорить о том, что люди там не понимают, зачем Terraform, бизнес и все остальное. То есть говоришь о том, что если завтра что-то упадет, то вот за этим мы восстановимся from scratch, и как бы не такой будет длительный период восстановления. Вот, найти решение, собственно, это из вот этого перечня, который я сказала, выбрать какое-то, то, которое устроит обоих. Ну и реализовать решение — это про transparency, follow-up и все остальное, чтобы мы не просто положили это в бэклог и забыли благополучно. Если это, конечно, для нас важно, а не так, как security. Вот, собственно, по плану разрешения конфликта я расскажу, разберу это на конкретном кейсе, вот там, где смешалось достаточно много всего. Предыстория. Случился инцидент, он был абсолютно не первым, когда была, ну, скажем так, микросервисная архитектура. Просто каждый разное понимает под микросервисами. Их было много достаточно, они общались с шиной, через которую была, выступала RabbitMQ, впереди стоял API Gateway, который был Conch, и на него ходили third-party партнеры, ну, неважно, кто-то бизнес какой-то. Периодически это все почему-то падало, не все, местами, вот, и приходил просто через неделю бизнес и говорил, у нас как-то все не работает. И это очень плохо влияло на репутацию, потому что это даже не совсем внутренний бизнес, насколько я помню, был, поэтому, ну, грустно. И в какой-то момент мы, по-моему, что-то апгрейдили или что-то, ну, у нас же как всегда бывает, что-то если сделали, значит, по-любому это вот это виновато. Ну, или то, что DevOps вообще по жизни виноваты, это нормально. Вот. И, собственно, опять та же самая история. Ушел, некоторые микросервисы просто зашли в фриз, ну, такой спойлер, наверное, или как, что вообще произошло, они зафризились. Они никак, собственно, не выдавали свой health, потому что там чек health был вообще замечательно устроен. Это Node.js-приложение, которое в первой строчке было, как только запускается приложение, скажи, что я up и healthy. То есть все. Но оно как бы не очень, наверное, healthy было. Почему? Потому что отвалилась по нетворку от шины, по определенному ивенту, на которое не было засабскрайблено приложение, никак об этом не говорила, не логировала и вообще просто зафризилась и все. Репортовала, что оно healthy. Собственно, Conch, когда к нему отправлял connection, пытался какую-то получить дейту, он ждал, ничего не получал, отдавал 502-ю. Ну и, собственно, у нас же кто виноват? Всегда кто-то стоит впереди. Ну, когда пришел бизнес, первым делом пришли, сказали, это Conch отдает 502-ю, значит, виноват ваш Conch. Ну, как бы, ну как он может быть виноват, если все то остальное это работает? Тут была очень интересная история, потому что одной стороной этого конфликта выступал человек, который был продукт-оунером, не тем лидом. И он пытался, ну, я не знаю, почему так получилось, вот такие вот технические вещи, то есть доказать о том, что виновата вот именно, скажем так, наш вот бастион в виде Конга. Собственно, пришел имейл, на который delivery manager с какими-то техническими вопросами не смогла ответить, меня включили в этот тред.
И там, собственно, email было примерно такого содержания. У нас тут 502-я, дает ее Конг, мы явно видим, поэтому проблема на вашей стороне. Собственно, первым вопросом было вообще о том, что, ну, на самом деле, наверное, это не очень правильно. То есть все мы, естественно, первое — это resistance, reject. Ответил о том, что, ну, это не Конг, потому что и потому. Но меня как бы не услышали. Там было еще очень много бизнесов включено в этот тред. Поэтому, собственно, первое — это сконцентрироваться на проблеме, задать вопрос человеку вообще, что мы хотим этим решить. То есть проблема в том, что у нас third-party не коннектится, но это же не обязательно из какого-то компонента. То есть вопрос сконцентрироваться из этой всей цепочки, найти, что неправильно. Второй очень важный момент — это дать выпустить пар. Здесь, я бы сказала, это, наверное, самый важный момент вообще в любом конфликте, потому что разгорать его, скажем так, плохо. Я потом дальше скажу, как с этим работать. Поэтому, ну, то есть, что я сделала, я вот это все высушу, особенно если это в email. Все видели вот эту замечательную картинку, очень старую, как саппорт отвечает юзерам. И что они пишут? Да мы, да вы такие, стерли. Опять, да я. Нет, стерли. Потом, дорогие юзеры, ну что-то такое. Вот примерно так с имейлом работает. То есть пойти, выдохнуть, подышать, успокоиться. И потом только написать. Если вы разговариваете one-to-one, ну просто попытаться удержать себя в руках, как я расскажу чуть дальше. Вот, учитывая только факты, это не переходить на позиции, это в переговорах очень хорошая вещь, то есть вы выделяете объективные критерии. В моем случае было о том, что, ну, как бы Конг отдает, но он-то как прокси, здесь видно по таким-то хидрам, что он просто проксирует. Вот. Ну и, собственно, уточняйте позицию, если вас не слышат о том, что, опять же, что мы пытаемся решить и зачем. И как этот человек себя видит, второй. Собственно, сформулировать желаемый результат, понятно, в данном случае мы хотим, чтобы наши партнеры с third-party начали опять ходить и получить 200-ю, получить дейту, которую они хотят. Вот. Предложите оппоненту его сформулировать, как он себя видит, я думаю, видит так же. Предложите несколько вариантов. В нашем случае это было о том, что мы, в принципе, это было уже бага, о котором мы подозревали долго, и у нас уже были тикеты, которые лежали в бэклоге, но они никак не приоритизировались, никто их не хотел брать, потому что доказывали not our problem, как обычно. Со всех сторон это работает, я никого не ругаю, все так. Вот. Собственно, говорит, вот мы предлагаем такой путь, вот тикеты нужно делать так. Если эти тикеты не подходят, давайте какой-то один общий создадим на то, что мы будем ресерчить проблему в общем, а не просто сконцентрируемся вот на вот этот момент и будем доказывать, что именно так, других вариантов вообще не существует. Дайте оппоненту сохранить лицо, но в данной ситуации, как бы там было в этом трейде очень много бизнесов, и я слышала, что меня, собственно, не слышат, о чем я говорю. И как-то это все очень сильно разгорается. Я написала лично человеку, чтобы не писать это в тред, о том, что, ну, ситуация такая, смотри, у меня как бы техническая экспертиза, у меня есть все, ну, логи, трейсы, ну, то есть я могу объяснить структурированно, что да как и почему это не так, как думаешь ты. Поэтому давай, может, мы как-то спокойно сейчас свернем это и дальше не будем развивать эту тему, просто спокойно сейчас свернем этот тред. К сожалению, это не помогло. Собственно, здесь следующее — не терять самообладание, чтобы не быть как этим котом, который прямо хочется, я не знаю, рвать и метать, там, выйти с окна и тому подобное. Вот. Я, насколько помню, просто мы закончили тем, что мы уберем, если уже совсем дискуссия зашла в тупик, мы ее уберем офлайн, вот мы не привлекаем 100-500 людей, мы собираем фокус-группу, и потом по результатам мы просто заапдейтим всех interested party. Ну, собственно, не ищите виноватых. Признавать ошибки свои тоже очень полезно, особенно здесь вот это вот правило очень действует. Да, соглашайтесь, ну, это психологическая вещь, наверное, все они знают, многие.
соглашаетесь с чем-то, но всегда есть с чем согласиться. Потом говорите «но», и вот я не согласен с этим. Обычно это больше выводит на конструктив какой-то, если вы конфликтуете. Ну и не разрушайте отношения, потому что все равно земля круглая, придется еще встретиться и тому подобное. Вообще хорошо для кармы. Собственно, важно снижение эмоционального накала. Это когда вот начинается только конфликт, разгорается. У нас же какая первая реакция? Это нормально. У всех внутри, наверное, живет такой маленький гопник, я не знаю, там с Троещины или откуда, где вы жили. И когда на вас кто-то стартует, ух, я тебе сейчас покажу, да я же... Не надо так. Хотя мы все так реагируем, это нормально, здесь более осознанно нужно. Выдыхаете, давайте оппоненту выговориться. Отрицать вину, проблему, обвинять других тоже плохо. Объективно, опять же, выдохнули, сохранили спокойствие, нашли проблемы и промахи. Сарказм неуважительного отношения тоже не очень поможет. Желательно проявить понимание эмоций собеседника. Здесь хорошо в том, что я понимаю, что ты чувствуешь. Мы все здесь хотим сделать лучше, хотим делать свою работу хорошо. У нас одна цель, поэтому давай двигаться в этом направлении. Вот. Оправдываться, давать обещания, сейчас же все исправить, особенно если вы не можете сейчас же все исправить, это плохо. Согласиться на план действий, как вы будете действовать дальше, и как этого избежать в будущем. Собственно, снижает накал нахождения общего. Это о том, о чем я сказала, что мы здесь делаем, хотим сделать хорошо свою работу, чтобы все работало и все были счастливы. Вот, если вы будете подчеркивать различия, что это мое, вот здесь вот стенка, это твое, и мы, в принципе, всегда конфликтуем, это плохо. Проявление понимания проблемы. И если вы будете отстаивать свою точку зрения очень агрессивно, если у вас нет власти, опять же, и не хотите сохранить отношения, то не очень. Ну и сказать о том, что я понимаю эмоции, если человек именно кипит. Вот. И если вы будете просто игнорировать и сидеть с таким лицом блуждающим, он, наверное, будет кипеть еще больше. Все мы, собственно, вот эти все конфликты обычно происходят на митингах в 90% случаях. Поэтому чуть-чуть о том, как, в принципе, конструктивно проводить митинги. И здесь такой момент, я разберу на кейсе, есть как бы два типа митингов, но я их так вижу. Это те, которые вы пытаетесь о чем-то договориться в какой-то кворум-группе, и те, которые вы проводите церемонии с командой, там стендапы и все остальное. Тут чуть-чуть по-разному. Вот. Разберу на таком примере. У нас была передача лендинг-зоны AWS Cloud. Вот на саппорт-команду у нас же истинный DevOps, we build it, we run it. DevOps общается с апсами, ну такое. Вот. И собирали тоже кворум о том, что всем ли все понятно, и принимает, или не принимает. Здесь действительно нужно было подготовиться заранее, поэтому мы явно написали адженду, мы готовились к ней, мы примерно понимали, какие будут возражения. Сразу может непонятно, после второй итерации это обычно не быстро будет понятно. А, собственно, что происходило? То есть там опять же было много людей, архитекторы, security, все остальные, еще там с каких-то там дочерних привлекали людей новых. Это всегда примерно проходило так. Давайте поговорим. То есть мы не передаем на саппорт. Ну, мы передаем на саппорт, в этом цель. Но митинг начинался с того, что а почему мы сделали так? А зачем мы завязали Terraform, а не CloudFormation? А почему нам вообще все руками не засетапать? Особенно мое любимое было, вот на моей предыдущем проекте было все вообще по-другому. Надо делать так, как было на предыдущем проекте. Вот. Здесь вам очень пригодится адженда и действительно какой-то фасилитатор, либо вы сами выступаете фасилитатором о том, что ну, давайте как-то не отклоняться, мы идем, вот у нас адженда, мы вот занимаемся этим, хорошо, если вы хотите поговорить, что у вас было на прошлом проекте, сделайте это out of the scope митинга. Вот. Если мы говорим о
стендапах с командами в 90% случаев, ну, часто обязательно раз в два месяца найдется один человек, который скажет, зачем нам этот митинг вообще. Это на самом деле полезно, но это одна очень другой большой топик, поэтому здесь бы хорошо бы, то есть фасилитатор, чтобы он смотрел за временем, потому что уважать всех другое время. Важно еще то, что все-таки модерировать контент, чтобы всем было интересно. И собирать фидбэк, потому что будет все равно один человек, который скажет, мне неинтересно, зачем я трачу время. И важно итеративно собирать фидбэк, как вообще команда хочет, что она хочет слышать на этом стендапе, что ей будет полезно. Двигаемся дальше. У меня сломался кликер. Вот так вот. Внедрение изменений. Все мы в нашей работе обычно сталкиваемся, ну, если мы хотим делать хорошо свою работу. Это про изменения, убедить кого-то и сделать это, и довести до конца. То есть, ну, элементарно, там, я там хочу из Legacy, которая развертывается на машинках, построить новый хайповый Kubernetes и всему тому подобное. Это тоже нужно, как бы, это изменение, его нужно внедрить. Я бы хотела на этом кейсе больше разобрать не технический пример. Когда меня спрашивали о том, что вообще может ли человек что-то снизу драйвить, и были ли примеры изменений вот именно практически снизу в организации, мы все-таки не... DevOps-культура, хоть она и предполагает какой-то вот soft skills, там, change, но мы большинство как бы делаем инженерию, мы не скрам-мастера, не agile-коучи какие-то и тому подобное, которые свои, ну, то есть они приходят, они хотят влиять и думают, что не будет менять структуру. Я вот хотела бы разобрать на кейсе, как мы внедряли такое странное изменение DevOps-командой, мы просили... ну, скажем так, поменяли организацию, мы ребят, которые были заассайнены за командами или за пул команды, выступали там как консультанты и помогали делать delivery. Как мы из канбана, который был просто общей свалкой в бэклоге DevOps команды на 50 команд, вот мы сместили фокус на том, что ребята ходили, наши инженеры на митинги с командой, скрам-командой, планились в их спринте, вот, эстимировались и, собственно, работали вот как правильно, ну, нас учат best practice, именно в команде неотрывные были в контексте. Естественно, все люди, это нормально, сразу первое — это rejection, зачем что-то менять. Поэтому в любом внедрении изменения нужно запастись терпением. Ничего быстро вообще никогда не бывает. Подготовительный митинг привести. Здесь очень важно выявить лидеров формальных и неформальных. Если вы внедряете изменения, у вас нет вот этой власти, что вы можете задавить что-то своим авторитетом. Казалось бы, такое изменение достаточно проговорить с скрам-мастером либо продукт-онером, но оказалось, нет. В некоторых командах были свои неформальные лидеры, которые драйвили свое. Поэтому на подготовительном митинге желательно выяснить подводные камни, их, у кого какие цели. Вот, подготовьтесь к работе с возражениями, они в любом случае будут. То есть мы это продавали, собственно, ну, по книжному о том, что вы выиграете от того, что ребята будут в контексте, они лучше вам могут помогать, быстрее будет деливериться таски. И самое главное о том, что вот этот вот тайм, он будет более predictable для вас. Сейчас, ну, как бы unknown. То есть это просто забрасывалось все, и их ждали какой-то magic, что оно само пофиксится. Но оно как-то вроде для них и само и фиксилось, но для нас не очень, потому что был постоянный хаос. Идти на допустимые уступки тоже важно. В этой главной, если это, не, опять же, не противоречит стратегической цели. В этой ситуации мы допустимых уступках было то, что мы, в принципе, соглашались на все правила команды, которые они привыкли. Даже некоторые, то есть основное возражение было, нам поломают бёрндаун. Вчера было о том, что в Microsoft, да, по-моему, уже бёрндауны вообще... и velocity никто не меряет,
Но у нас было так, и никто не хотел, давайте мы затянем ваши тикеты, но мы их не будем эстимировать. Ну, то есть нет эстимации, кажется, нету и работы, то есть мы никакой measurable для себя не получаем, чтобы показать нашу работу. Но для некоторых мы пошли на уступку о том, что сказали, окей, первые несколько спринтов можно так. Потом мы привыкнем, научимся эстимировать с вами, поймем ваши попугаи, будет легче. Вот, показывать достижения, мы писали регулярные фоллоуапы, что здесь стало лучше, здесь стал predictable result time. Стало о том, что вы, в принципе, нету эскалации тех очень много, о том, что у нас спринт горит завтра, а у вас все не готово. И информировать всех заинтересованных, это кто даже, то есть был отдельный отчет, как мы, собственно, внедряем это изменение. Ну и прозрачность, собственно, опять же, это measurables в процессе изменения, что получается, что не получается. Иногда действительно много не получается, нужно об этом писать, эскалировать, если, ну, то есть у вас есть добро сверху. Ну и убедиться еще в такой момент, что вообще вас все поняли, потому что частенько бывает о том, что все покивали, сказали «да», когда первый конфликт, и вы говорите «ну мы же договорились», и мы «нет, мы такого не помним». Поэтому убедиться о том, что все вас поняли, это тоже очень полезно. Значит, давайте подытожим, как быть вот таким вот счастливым котиком, как на этом слайде. Конфликты нас окружают, с ними нужно уметь работать, с этим ничего не делать, и нужно работать. Отделяйте людей от проблемы, то есть не конфликтуйте именно с человеком. It's nothing to do with people, это против проблемы. Думайте всегда в этом направлении. Дайте оппоненту выговориться, не выпускайте наружу свою внутреннюю темную сторону, не накалять обстановку сюда же помогает. Используйте только объективные критерии, факты, никакие rumors и тому подобное сюда не нужно. Хорошо проводить структурированные митинги. Изменения нужно и важно внедрять, просто по правилам алгоритма и запаситесь терпения. Ну и самое главное, сохраняйте отношения, это помогает. Собственно, у меня все. Спасибо, мой LinkedIn. Если кто-то хочет поделиться своей болью, пишите. Если есть вопросы. Ой, кто-то микрофон поносит. Сработает. Спасибо, Юлия, за доклад. У меня такой вопрос. За последнее время я прочитал достаточно много литературы по воспитанию детей. И вот если в детском возрасте ребенка не научить договариваться, не научить идти на уступки, то человек фактически, когда вырастет, он просто там, не будет знать, как действовать в таких ситуациях. Сталкивались ли вы с, там, с людьми при работе каждый день, вот с такими, с которыми вот, нереально просто договориться, потому что он не умеет этого делать, там, не воспринимает никак? Спасибо. Ну, я думаю, договаривается. Я тут не совсем уже соглашусь. Умеют все, вот даже вот в песочнице дети же меняются игрушками. Может, нужно договориться, почему он должен отдать мне. То есть они, если не от родителей учат, мне кажется, они учат от окружающего мира, потому что, ну, ты так не выживешь по-другому. Я бы сказала, здесь бывают больше люди, которые, как я говорила, want to influence, показать свою важность, не обязательно результат. Люди, которые, в принципе, психологически всегда идут по дефолту на соперничество, не умеют слышать. Ну, как с этим работать? Ну, по-разному. Это очень зависит от ситуации. Ну, понятно, что если вы будете соперничать в ответ, ничего не получится. Если это инфлюенс, как я говорила, в принципе, если не важен результат для человека, который хочет влиять, это лучше уйти, подождать, ничего не делать, само потихнет, потухнет. А если это сильное соперничество, но если есть власть эскалировать, и вы знаете точно, что вы правы, это поможет. Если нет, ну, очень запастись терпением, пытаться его словами убедить человека.
Но 100% гарантии никто не даст такими людьми. К сожалению, есть люди, как сказал один мой коллега недавно, у кого-то есть, характеризовал одного друга, у кого-то есть мнение «моё и неправильно», у него просто «моё». Еще вопросы есть? Спасибо, было интересно действительно. И что-то новое узнал. Вопрос такой. У вас получилась миграция в маленькие самодостаточные команды в итоге? Что оно дало вам? И может даже предложу в Open Space потом поговорить на эту тему. Как у вас это прошло и что вам это дало? Когда у вас DevOps, инженеры ушли как единички в команду? Да-да-да, мы вчера обсуждали, я не помню, на каком Open Space был вопрос, зачем нужен core-платформа, и остальные как просто люди, которые работают в командах. Кто-то, я не помню, сказал о том, что хорошо, у кого-то есть, если это есть, значит, у них есть деньги. Это, ну, очень не depends от ситуации. Помогло, но у нас была core-платформа, наверное, у нас были деньги, не знаю, которая, собственно, отдавала продукт, и ребята в командах, они просто как транслировали и помогали делать deliverables того продукта, который отдавала платформа тулсета. Ну, помогло, меньше хаоса стало. То, что настал идеальный мир, и розовые единороги начали прыгать, нет. Еще вопросы? Да, нет. Да, спасибо, Юля. Было интересно. Пожалуйста, аплодисменты, Юля.